Доброе утро, уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предоставляется доклад на тему «Роль ультрасонографии и контрастирования в диагностике рака щитовидной железы». В настоящее время диагностика узловых образований щитовидной железы все еще остается актуальной проблемой. Узловые образования представляют собой ограниченное поражение ткани щитовидной железы. Распространенность популяции составляет от 20 до 76% случаев. 90% женщин старше 70 лет и 60% мужчин старше 80 лет имеют узловые образования щитовидной железы. Риск малигнизации этих узлов колеблется от 10 до 15%. Основными факторами риска развития узловых образований являются возраст старше 70 лет или младше 14 лет, облучение головы и шеи в детском возрасте, которое повышает риск малигнизации до 33-37%, рак щитовидной железы в анамнезе, особенно у родственников первой линии, это наследственные синдромы, положительное накопление препарата ПРИПЭТ. Так, диагностика узловых образований щитовидной железы включает в себя пальпацию, чувствительность метода достигает от 3 до 7%, ультразвуковое исследование щитовидной железы, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография и тонкоигольная аспирационная биопсия с последующей оценкой материала интерпретации по Бетезде. По данным рекомендациям NCCN 2015 года, узловые образования щитовидной железы должны подвергаться тонкоигольной аспирационной биопсии. Причем показания для проведения биопсии, показанием это является размер узлового образования и его специфические ультрасонографические признаки. Для стратификации риска злокачественности узловых образований в 2011 году была предложена специально разработанная система ТИРАЦ, которая отражает степень злокачественности, выраженную в процентах. Данная система позволяет выявить процент злокачественности узлов. Также она помогает определить точные показания к проведению тонкоигольной аспирационной биопсии, что в дальнейшем влияет на характер оперативного лечения. В 2014 году в России зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев возникновения рака щитовидной железы, причем 95% летальных случаев – это высокодифференцированный рак. Женщины в 2-3 раза чаще болеют, чем мужчины. Рак щитовидной железы занимает 4 место по распространенности у женщин. 15% среди всех раков возникают в возрасте от 20 до 34 лет. Чаще диагностируется он в возрасте после 50 лет. Риск развития в течение жизни составляет 1,1%. Основные виды рака щитовидной железы – это высокодифференцированный рак, на его долю приходится 90%, медулярный рак – 5-9%, анапластический рак – 1-2%, лимфома – 1-3% и саркома – менее 1%. Ультразвуковое исследование в настоящее время является одним из наиболее распространенных методов исследования. Основными методиками ультразвукового исследования является B-режим или серошкальный, который способствует выявлению размера узла, локализации, структуры, контрэхогенности. Также это режим цветного доплерского картирования и энергетического картирования, определяющий внутриузловую васкуляризацию, режим компрессионной эластографии и контрастной ангиографии. В последнее время в клинической практике все больше применения находит контрастное ультразвуковое исследование щитовидной железы. Суть метода заключается в использовании пузырьков газа, которые обладают высокой степенью эхогенностью. Разность между эхогенностью пузырьков газа и мягкие ткани организма довольно высока, в результате чего формируется четкое ультразвуковое исследование. Изображение. В качестве контрастного вещества используется в 99% случаев препарат Sonoview, в состав которого входит гексафторид серы. Особенностью препарата является в том, что он не выходит за пределы кровеносного русла, в отличие от йодосодержащих контрастов, что способствует получению более четкого изображения. Основная методика заключается в выявлении сосудов, которые васкуляризируют узловые образования. И эти узлы исследуются при помощи цветного доплеровского картирования либо энергетического доплера. Для данного исследования достаточно всего лишь 59 мг контрастного препарата. Внутривенно вводится 2,4 контрастного препарата.
миллилитров. Целью нашего исследования было изучить диагностическую значимость этого метода при диагностике рака щитовидной железы. Основные задачи – это определить чувствительность, специфичность и диагностическую точность метода. Материалом для исследования послужили истории болезней пациентов, проходивших лечение вне онкологии с 2015 по 2016 год на отделении опухоли головы шеи. Количество пациентов достигало 25 человек, женщин было 23, пациентов женского пола, мужского пола 2 человека. Средний возраст пациента 46 лет. При данном исследовании у 76% было выявлено подозрение на злокачественный процесс, у 24% доброкачественный процесс. Все пациенты проведено хирургическое лечение, у 56% это тиреотектомия, 44% это гемитиреотектомия. При гистологическом исследовании в 64% случаев выявлен папиллярный рак, 24% это аденома и 12% диффузно-узловой зоб. Для рака щитовидной железы при УЗИ с контрастированием характерно быстрое контрастирование узла от периферии к центру, узел гипоконтрастен и характерно дальнейшее быстрое вымывание контраста. Для коллоидного зоба и аденомы характерно накапливание препарата от центра к периферии с последующим более медленным вымыванием контраста. По данным нашего исследования, чувствительность метода составила 95%, специфичность 100% и диагностическая точность 96%. Из этого можно сделать выводы, что применение ультразвукового исследования с контрастным препаратом Sonoview позволяет с высокой точностью диагностировать рак щитовидной железы. Но в то же время, возможно, не исключаются и ошибки. Поэтому применение данного метода рекомендуется использовать в комплексной диагностике с магнитно-резонансной томографией, тонкоигольной аспирацией, операционной биопсии, что в последующем влияет на выбор более адекватной тактики хирургического лечения. Спасибо за внимание.